Британские модницы составили рейтинг самых неудачных нарядов последних 10 лет среди знаменитостей. В немилость к экспертам попала и 38-летняя Меган Маркл, которая оконфузилась с размером обуви. Топ-5 модных провалов представило издание Daily Mail со ссылкой на исследование сервиса Love the Sales. На первом месте оказалась звезда реалити-шоу и плюс-сайз модель Джема Коллинз. В 2017 году во время летней вечеринки телеканала «Ива» Джема появилась на публике в оверсайз платье оранжевого цвета. Наряд имел огромные накладные плечи, которые испортили фигуру модели. Тем более, что Коллинз предпочла яркий макияж с акцентом на глаза. Накрасила длинные стрелки и наклеила накладные ресницы, которые придали ей еще более кукольный вид. На второе место требовательные британки поставили уже ставшее легендарным мясное платье Леди Гаги. В начале своей карьеры артистка каждый свой выход в свет сопровождала эпатажными нарядами. В 2010 году звезда появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards. Певица надела платье, сшитое из кусков мяса. Свой кровавый образ она дополнила маленькой шляпкой из того же материала. По мнению модных критиков, в тот раз Леди Гага перестаралась с эпатажем и добилась ровно обратного эффекта. Третье место критики отдали откровенному микроплатью Майли Сайрус. В 2015 году будущая жена Лиама Хемсворта решила, что ей нечего скрывать от поклонников, и вышла в свет в голом наряде. Для все того же MTV Video Music Awards исполнительница роли Ханны Монтаны выбрала платье цвета металлик, состоящее из двух полосок на груди и мини-юбки с экстремальными разрезами на бедрах. Сайрус дополнила образ высокими ботфортами в тон. Она сделала конский хвост и яркий сценический макияж. Этот наряд звезды вошел в историю как один из самых провокационных. Тем не менее, модники посчитали выбранное платье скорее ошибкой, чем смелым заявлением. На четвертой позиции оказалась звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Американская модель гордится своим необычным стилем, но даже она не избежала модного провала. В 2013 году светская львица появилась на красной дорожке Мэт-Гэла в бесформенном платье с цветным принтом и высоким горлом. Вместо восхищения платье звезды вызвало недоумение у присутствующих. Кардашьян была на большом сроке беременности, но до этого вечера умело выбирала наряды с учетом своего интересного положения. История умалчивает, уволила ли Ким после этого стилиста. Последнее место антирейтинга британки отдали возлюбленной принца Гарри Меган Маркл. В 2017 году пара официально объявила о своей помолвке. Это событие стало одним из самых важных в жизни бывшей звезды сериала «Форс-мажоры». Актриса так старалась создать безупречный образ, что не рассчитала с размером обуви. Перед журналистами Маркл появилась в стильном пальто белого цвета с толстым поясом. Любимая женщина принца Гарри дополнила наряд светлыми босоножками, которые оказались для нее слишком велики. Модные эксперты предположили, что Маркл просчиталась, как минимум, на 2 размера. До сих пор стилисты пытаются понять, с какой целью герцогиня выбрала босоножки, в которых ей было настолько некомфортно передвигаться на глазах у десятков фотографов. Иногда даже звезды с самой безупречной модной репутацией ошибаются в выборе нарядов. Так, Гвен Стефани выбрала слишком неудачное сочетание цветов для посещения интервью в Лондоне. Просчет допустила еще одна признанная икона стиля – Марион Котийяр. Знаменитая француженка подобрала странный комплект для выхода на красную дорожку модного показа. В последние годы своим стилем модных критиков все чаще удивляет Кристина Агилера. Певица любит эпатировать публику смелыми нарядами, которые не всегда смотрятся удачно.